Стивен Сигал задержал банду наркоторговцев. Актер, привыкший наказывать преступников на экране, сделал то же самое и в реальной жизни. С октября 2011 года Сигал работает помощником шерифа в Аризоне, поэтому актер принял участие в двухдневной операции по захвату трех контрабандистов, перевозивших из Мексики 230 килограммов марихуаны стоимостью в четверть миллиона долларов. «Теперь не так, как было раньше», — рассказал Сигал. «Сейчас работать в полиции намного труднее, но мне это очень нравится».